оригинальный шарик лол и подделка шарик лол. Первый раз покупаю оригинальный лол. Вот змеечка. Есть в сюрпризе еще фонарик. Ну что, открывай. Открываю. Здесь, кстати, лампочка вот такая. Прямо по слою. О, первая подсказка уже виднеется. И шарик такого у меня еще не было. Подсказочка. И вот такая подсказка. Очки плюс лампочка. Ну что, следующий слой. Здесь уже виднеется шарик. Черно-красный. Открываю следующий. Ничего. Покажи сам шарик. О, она уже открывает. Какой красивый шарик, правда? Он еще с такой открытой. С одной стороны прозрачный, а с другой стороны матовый. Еще у него здесь такая открывашка. И что надо делать? Не знаю. Алло. Внутри пакетика куча. О, здесь можно будет еще поставить кока-колу. Ну, что там тут блестит? А теперь здесь куча пакетиков, они посыпались. Ну, покажи, сколько пакетиков. Возьми пакетиков все. Пакетиков раз, два, три, четыре. Четыре пакетика и пятый куколка. Еще есть вкладыш. Походу, я знаю, что это за куколка. Ты догадываешься? Давай куколку тогда откроем, самую последнюю. Хорошо. Для интриги. Открываем, что первое открываем? Я хочу это сделать. Вау, там ожерелье. Ой, то есть не ожерелье, а ободочек. Разноцветный. Смотри, красивый ободочек. Это, наверное, куколки большая такая голова, что он такой, да, большой. Следующий вот этот пойдет пакетик. Я чувствую, что там бутылочек. Вау! Что это? А, это фонарик. Так. Сейчас будет чудо. Рассвет. Какие-то пультики. А что за ближе-то пультики? Покажи, какие они. Что там? Они блестящие? Да. Давай мне на ручку покажу. Это босоножечки такие. Да. Маленькие, красивые босоножечки. На. Есть вот это. Вот, ее зовут... Мне кажется, что это вот она. Хорошо. Какая вот эта? Да. Возможно, да. Она, видишь, таким ободочком. Какая красавица. Вот, сейчас узнаем, что это за куколка. Теперь следующий пакетик. Вау, здесь одежда. Какая красивая, яркая одежда. С блестящими рукавчиками. Очень красиво. Что
это такая кофточка. Голубенькая, желтеньким. И штанишки, типа шортики или это юбочка? Это шортики. Шортики. С такими бантиками. И тут бутылка. Красивая, яркая бутылочка. Розовая. Розовая с розочками. Конечно. И оранжевая крышечка. Мягенькая. Сколько у тебя еще пакетиков? Много осталось? А я не знаю, это я не считаю, сколько их. А, все, осталось только одна ложка. Самый главный пакетик. Та-та-та-та! Вау! Она есть! Она в шпагате. Даже в шпагате? В шпагате. Какая красивая куколка. Покажи ее ближе. Сережки у нее красивые. Сережечками. Там у нее блестящая, гламурная, глиттерная прическа. Ну что, будешь одевать ее? Как ее зовут? Давай я почитаю пока, какая это кука. Это сериал Биби. Сериал Биби. А ты пока ее одевай. Хорошо. Интересно, как она светится. Да, Surreal Baby. У нее рот светится. И походу у нее что-то светится. Что у нее? Но она не плюется. Она походу. И у нее что-то светится. Я хочу ее в воду кинуть. Сейчас посмотрим, меняет ли она цвет. Теперь буду ее купать. Вначале буду гореть. И что с ней? Ничего не меняется. Не меняется в холодной воде, а горячей. Тоже не меняется. Тоже не меняется. Ничего не происходит. Ну попробую ее напоить. Подожди, еще есть инструкция. Я хочу посмотреть, что в инструкции есть. Надо ее одеть и потом на нее навести. Ну что? Теперь буду ее одевать. Посмотрим, какая она в одежде. Так, вот такая она в одежде. А тапочки? Босоножечки. Куколка с фонариком, красивая, супер красивая. Покажи ее ближе, посвети фонариком. Сюрприз непонятно в чем. Я проверила куколку, и у нее одежда светится в темноте. Надо зайти в темную комнату, направить фонарик на лоб. И светится ее одежда. Ну, тебе понравилось? Да. Теперь мы открываем подделку. Теперь открываем подделку. Тут вот такая вот. А там еще другая есть. Тут много, оказывается. Я думала, одна. Одна. Открываю первую свою. Не оригинал, очень ужасно открывается. Не так классно. Ой, а здесь тоже куколка, которая с волосами, с другой серии. Куколка вот такая. И вот такая. Открываю следующий свой. Подделки очень плохо открываются.
получается. Давай я помогу, может. Может быть, с другой стороны. Маню слой. О, бирюзовый шарик. Выпить чуть-чуть из руки. Все в пакетике. Одно. Показывай ближе, ведь пакетик. Пакетик. Это куколка с волосами, я так да. поняла, да? Это куколка с волосами. Ну что, открываю пакетик. И первое, что я вижу, это куколка. Да, у тебя куколки с волосами попадаются подделки одни, одинаковые волосы у всех. Она... Такой желтенький у нее костюмчик, да? Что у нее там? Какой у нее желтый комбинезончик. Зеленые ботиночки. Как это? Что там еще наборчик? Голубая ботиночка. Такая она яркая куколка. Разноцветная вся. И расческа розового цвета. И расчесочка. Я ее причесала. Бутылочку оригинальную. Ура, я и бутылочка подделка. Мягенькие, хорошие. Я уже поливаю. Что голубая, что розовая, очень яркие и красивые. А это вот не то. Одежды. Потому что сзади вот у оригинала так, а у подделки вот так. И шарик у подделки. И вот такой шарик у оригинала. Оба. Что та куколка, что та, обе красочные, красивые. У этой красивее, ой, ну, красивее бутылочка. И ободок красивый. Ну понятно, это же оригинальная красивая куколка, это подделка. Всем пока и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Мне понравился оригинальный. Кому какая понравилась, напишите в комментариях. Пока-пока.